Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Михаил, и сегодня я расскажу, как при помощи U-Haul сервиса переехать из штата в штат. Это не реклама, и я не получу никакой компенсации за это, хотя хотелось бы. В конце видео я предоставлю полный отчет, сколько мне стоило перевести свои вещи с Бостона, Массачусетс в Сакраменто, Калифорния. Итак, начнем! Прожив определенное время в Соединенных Штатах, каждый из нас аккумулирует большое количество вещей. И переезд – это нелегкий процесс. Для переезда можно использовать такие сервисы, как U-Haul, POTS-контейнеры, UPS или FedEx. Каждый из нас выбирает тот сервис, который подходит ему. Я выбрал U-Haul, так как это было более практично и ценовая политика подходила под мои возможности. Забегу вперед, POTS – дорогой сервис, и отправлять вещи через FedEx или UPS покоробочно тоже дорого. Итак, как это работает? Зайдя на сайт U-Haul, вы можете получить полную информацию о размерах контейнера, о стоимости контейнера и о дополнительных услугах. U-Haul гарантирует доставку вашего контейнера в течение 20 дней. В стоимость аренды контейнера входит один месяц использования контейнера стоимостью $144 и 95 центов, а также доставка с точки А до точки Б. Здесь цена варьируется от сезона и от дистанции. Дальше вы выбираете свой адрес и адрес доставки. На следующей странице вы можете видеть способы доставки и стоимости. Вы выбираете способ в точке отправления, после чего способ в конечной точке. Существует 4 варианта доставки U-Box контейнера. Первый – это когда компания вам привозит контейнер, сгружает возле вашего дома, и вы сами загружаете коробки в контейнер. У вас есть 2 дня на эту процедуру, после чего приезжает компания, загружает на платформу и увозит на склад. После чего данный контейнер следует дальнейшей отправке в вашу точку назначения. Данная услуга стоит $49. Но вы должны заранее узнать, по закону вашего города, имеете ли вы право оставлять контейнеры на парковочном месте. Если вы владеете собственным домом, тогда у вас нет никаких проблем. Но если вы арендуете жилье и у вас нет вашего личного подъезда, то нужно получать разрешение. В противном случае вы можете получить штраф. Второй вариант – это full service. Компания привозит вам контейнер, они загружают ваши коробки в контейнер, они закрывают его и увозят на склад. Стоимость зависит от той компании, которую вы выберете. Третий вариант является бесплатным. Вы сами едете на склад, вы забираете контейнер со склада, привозите к себе, загружаете вещи и привозите обратно на склад. Четвертый вариант также является бесплатным, но в этом варианте вы привозите свои вещи на склад, вы загружаете свои вещи в контейнер на складе, и он там остается. Далее нужно застраховать ваш груз. Все зависит от ценности груза. Если вы считаете, что при худшем раскладе, при потере контейнера, $1000 перекроет реальную стоимость груза, то выбирайте самый дешевый вариант. Варианты варьируются от $1000 до 20 тысяч. Или для вас дополнительные расходы от $24 до $80. Далее вы переходите на страницу со всей информацией о ваших затратах, со списком того, что вы заказали, всех услуг. Контейнер, цена, страховка, услуги третьей стороны и перевозка груза с точки А до точки Б. Оплату вы можете производить в 3 этапа. В первый день, как вы делаете заказ, с вас захотят оплату третьей стороне, то есть за загрузку и за разгрузку. Далее, в день, когда ваш контейнер приезжает к вам, вы должны заплатить за стоимость контейнера и за страховку. Основную сумму с вас U-Haul снимет позже, во время транзита. После оплаты вы получаете подтверждающий имейл. Ближе к дате загрузки с вами свяжется третья сторона, компания, которая должна вас загружать, для того, чтобы обговорить, когда вам будет удобнее, время дня и дата, когда произойдет сам процесс загрузки. То же самое произойдет с принимающей стороной.
Итак, сколько же стоило, чтобы переехать из Массачусетса в Калифорнию? Стоимость коробок и сопутствующих материалов составила $126.12. Оплата третьей стороне за загрузку и за разгрузку составила $717.95. Аренда, транспортировка и страховка двух контейнеров – $1858. Итого, чтобы пересечь Штаты с востока на запад, я заплатил $2702.07. Как вы считаете, много ли это? Я надеюсь, что данное видео даст ответы на некоторые вопросы. Всем спасибо, будьте с нами. Возможно ли по правилам вашего... Вы заранее должны узнать с отправления. Третья сторона. Дорогой сервис. Услуги в конечной точке. Услуги в конечной точке. Делайте весь заказ. С вас захотят